«Моя родина – Россия». Завтра в Мурме пройдет 20-й конкурс лирико-патриотической песни. Более 40 лучших молодых исполнителей из разных уголков Владимирской области поборются на Муромской земле за главный приз в преддверии Дня России. Конкурс разделен на две номинации. Это соло и, соответственно, вокальное исполнение групп. Также разбит на две возрастные категории – от 16 до 25 лет и вторая возрастная категория – от 26 до 30. Завтра конкурс начнется в 10:00 в центре «Орленок». Там будет проведен отборочный тур, где жюри отберут участников гала-концерта и, соответственно, уже выберут победителей. Лучшему исполнителю достанется гран-при конкурса. Гала-концерт состоится 8 июня в 18 часов на площади Победы. Прийти может каждый желающий услышать песни о родине.